Всем привет! Снова асмр сеанс. Давайте сегодня помуражимся, пошебушимся. Замечательно. Позитивное время. Я думаю, что, может быть, даже мурашки погоняем. Посмотрим. Что, давайте начинаем. Занимаем комфортную позицию. Растекаемся по дивану, по креслу, по стулу, где хотите, растекайтесь. Главное, расслабляйте ваши мышцы. Так, чтобы все мышцы были расслаблены. И будем воздействовать на вас своим магическим шепотом. Готовы? Хорошо. Идете от музычки вам, пусть немножко появится музычка. Будет все четко. Ну что, готовы? Погнали. Итак. Сегодня что, правильно? Картонные коробочки рулят. Сейчас возьмем одну коробочку. Вот такую. Она картонная. Нет, она совсем картонная, вообще четкая. Ну что, давайте вот так поделаем. Магическая пустота. Короче, пусто в коробочке, но нас это не смущает, наверное. Да, где что-то вывалилось в коробочке, я не вижу. Нет, ничего не вывалилось, но хорошо. Давайте близкий, аккуратный таппинг. Постукаем по коробке. Готовы? Сейчас буду пальцами тыкать по коробке, так что расслабляемся. Пошебушим вот так. Хотел постукать. А, ну трутся. А я к трутся еще лучше получается. О, смотрите. О. Совсем другая песня. О, видите? Четко. По волосах микрофонных. О. О, вот так, вот так, вот так. Ну ладно.
колбасит, уши колбасит. Давайте-ка вот так вот сделаем. Баскетик принимает любую форму, ну, почти любую, так что вот так вот мы магически скрутили его в рулончик, и сейчас будем извлекать совершенно другие звуки.
расслабились, погоняли мурашек. В принципе, можем запустить их сейчас. Давайте-ка я досчитаю до 10. Вы сейчас затихните, приготовитесь, и мы запустим мурашек, чтобы они поскакали, полетели, чтобы им было быстро и удобно бежать по нашей нервной системе. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
остановились, немножечко восстановились, зарядились позитивной энергией, готовы на завтра начать новый день. Да, хорошо, замечательно, хорошее состояние. Да-да, я вижу, все зарядились, все готовы. А почему? Потому что тепло, хорошо и уютно вообще. Самое классное, когда тепло, хорошо, уютно, больше вообще ничего не надо в этой ситуации. Позволили себе, отвалились на диванчик, на кроватке, на кресле и балдеем. Это вообще просто, ой, расслабляемся. Расслабились, я хорошо. Ну что ж, наш сегодняшний сеансик подходит к завершению. Естественно, в конце все, кто выжил, спасибо всем за поддержку. Спасибо всем за то, что мотивируете, помогаете мне. Будем творить контент и дальше. В общем, все. Всем пока.